Добрый день! Сегодня мы делаем видеообзор филейного ножа Opinel, ручка Book. Значит, номер изделия идет 10. Значит, ну что ж, приступим. Значит, для того, чтобы достать лезвие, вам надо провернуть кольцо. Достаем само лезвие и фиксируем его опять же этим же кольцом, чтобы лезвие не закрылось. Значит, данный нож идет в подраздел филейных ножей. Лезвие идет довольно тонкое, гибкое. Работать им будет очень приятно. Значит, длина самого лезвия 100 мм. Общая длина ножа 225 мм. Ширина лезвия 14 мм. Значит, нож в руке лежит довольно приятно, работать им будет довольно удобно. Очень удачная моделька. Сам клинок сделан с нержавейки. Чтобы сложить опять же ножик, надо провернуть колечко, сложить нож и зафиксировать его, чтобы оно само по себе не открылось. Значит, такой нож вы можете купить у нас в интернет-магазине filengun.com.ua. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.